преддверии Дня Победы юные добровольцы раздают георгиевские ленточки на улицах Одинцова. Ежегодная акция проводится уже 16 лет подряд. Сегодня проходит акция «Георгиевские ленточки» к Дню Победы. Она проходит не только сегодня, но и в другие дни перед 9 мая. Мы, волонтеры юнармии, раздаем прохожим ленточки, чтобы помнить о 9 мая. Волонтеры признаются, участвовать в патриотической акции для них почетно. Георгиевская ленточка – официальный атрибут Дня Победы, знак уважения к подвигу защитников Отечества. В преддверии 9 мая двухцветная лента становится символом единства поколений. И мы хотим всем подарить данные георгиевские ленточки для того, чтобы напомнить им, что 9 мая российская армия победила фашистов. Получить георгиевскую ленту может каждый. Важно не забывать, носить ее нужно у сердца, не на сумке или ремне, и уж тем более не использовать в качестве шнурков. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».